Приветствую вас, и поскольку речь идет о том, что изначальная причина вашего конфликта была в том, что вы мало уделяли ей внимания, потому что работали, то я думаю, для того, чтобы вернуть чувства вашей женщины, а она оказалась как бы между двух огней, да, то есть она ругалась с вами и ушла, хотела проявить свою независимость. Но у нее это не получилось, потому что она не хочет жить с родителями, ей пришлось вернуться. Для нее это унижение, потому что, по сути, она, наверное, ощущает себя загнанным зверем. То есть у нее нет возможности как-либо разрешить свою проблему. У нее нет возможности как-либо... разрешить время противоречия, связанное с вами и с родителями. И она выбрала меньшее зло. Но меньшее зло, это, к сожалению, не то, что, видимо, дает ей какое-либо удовлетворение. И она, пребывая в таком вот униженном состоянии, пребывая в таком вот подавленном состоянии, если угодно, она теперь чувствует, что ей просто-напросто некуда деваться, некуда податься, и она вынуждена жить с вами. Сначала нужно это понять, что ваша женщина оказалась в достаточно тяжелой жизненной ситуации, когда просто нет, по ее мнению, никакого выхода из того, что у нее случилось. И помочь найти этот выход ей, конечно же, можете вы. Для этого нужно, во-первых, подумать, что ваша женщина любит, что ваша женщина хочет, что вашей женщине нравится и чего ей не хватает. И вот это все ей дать. Пожалуй, начать нужно с того, чтобы как можно больше уделять ей внимания. Возможно, принести романтику в ваши отношения. Возможно, начать делать какие-то сюрпризы. Возможно, отойти от привычного размеренного ритма жизни и привнести что-то новое. Далее необходимо с ней поговорить в обязательном порядке и в одностороннем порядке. Сказать ей, что вы сожалеете, как минимум сожалеете о том, что произошло между вами. Что как минимум вы сожалеете обо всем том, что ей наговорили, и действительно, если это все не так. Попросите прощения, извините, скажите, что вы ее любите, хотите быть с ней, скажите, что она вам дорога, если вы не хотите ее терять. А после этого не ждите от нее таких же слов, она обижена, по ее мнению, она больше страдает, чем вы, и это действительно так. И поэтому потребуется мне какой-то промежуток времени, чтобы помочь ей вернуть те чувства, которые у нее, может быть, к вам есть, но они пока что придавлены. Вот и дайте ей все то, чем она нуждается. Помогите ей вновь почувствовать себя любимой, желанной, единственной и так далее. То есть, вообще говоря, женщина – это цветок. Цветок, который нужно поливать, нужно ласкать, о нем нужно заботиться, его нужно выхаживать, его нужно беречь, и тогда он расцветет. Как вы, наверное, могли заметить, вы этого со своей женщиной не делали. То есть вы в какой-то момент оставили ее без внимания. И любая женщина, не получая внимания от мужчин, к сожалению, начинает чахнуть и злиться, а также ощущать себя ненужным. И нет ничего страшнее для женщины, чем чувствовать себя ненужным своему мужчине и чувствовать себя исполняющей лишь роль матери. Если ваша женщина в такой ситуации оказалась, то в ваших силах помочь ей все это исправить.
И исправить это вы можете только через, конечно же, соответствующее поведение и доказывание ей раз за разом, если вы ее любите, что она для вас все, она для вас смысл жизни. Именно это вам нужно делать. На самом деле, если вы станете внимательным, мягким, если вы станете чутким, если вы будете прислушиваться к ней и дадите ей ощущение, что она значима для вас и значима не только как мать и хозяйка, но как женщина, как ваша когда-то любимая, по ее мнению, женщина, то тогда, я думаю, все начнет меняться. Ну или, по крайней мере, у вас появится шанс на то, чтобы все исправить. По крайней мере, вы не будете жить в той атмосфере, в какой вы живете сейчас. Я вас очень хорошо понимаю, это действительно очень тяжело, когда вроде бы с любимым человеком живешь, но в то же время их как будто чужие. Врагу не признаюсь такому, но, к сожалению, вы отчасти сами довели свою супругу до такого состояния. Теперь нужно это исправлять. Для чего рекомендую вам запастись терпением, запастись выдержкой, запастись последовательностью и быть готовым преодолевать ее неверие, ее недоверие к вам, ее холодность, ее сдержанность, ибо эти элементы отношения к вам, они оправданы и обусловлены вашим поведением, которое было в вас до данного конфликта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.